Друзья, всем привет! Не так давно выходило видео на канале, в котором я рассказывал о топе горячих клавиш. В том видео я сказал, если мы соберем 100 лайков, я выпущу вторую часть. 100 лайков набралось, поехали! Наверное, многие из вас пытались забрать скин убитого соперника, либо получить скин от вашего тиммейта. Но при этом скин уже был по умолчанию выбран, и поднятый скин на оружие был, естественно, по умолчанию ваш. Но в PUBG есть способ, который позволит вам пользоваться чужими скинами, даже если у вас свой установлен. Для этого перейдем в настройки, выбрать игровой процесс меню, функции, найти раздел автозамена оружейного скина и отключить его. Тогда по умолчанию, вне зависимости выбран у вас скин или нет, вы сможете поднимать чужие скины других игроков. Как это работает, давайте посмотрим. Для примера возьмем этот шлем. На шлеме стоит скин моего тиммейта, не меняется. Но если мне это будет надо, то я могу его поменять принудительно, нажав на клавишу клавиатуры Shift, Alt и левую кнопку мыши. То же самое будет происходить и с оружием. Как вы видите, у тиммейта другой скин, но я его сейчас изменю. Не забываем, что перейдя по ссылке в закрепленном комментарии, вы попадете в магазин. Там можно будет купить пас, ну и G-Coin. Немногие знают, что кроссовые мотоциклы предоставляют возможность вам совершать трюки. Трюки выполняются в полете, когда вы двумя колесами оторваны от земли. На примере будем использовать данный трамплин. Когда вы находитесь в полете, можно зажать левую кнопку мыши, и ваш персонаж будет исполнять трюки. Но смотрите, не разбейтесь. Трюк не один, их несколько. Можете на них посмотреть самостоятельно, зайдя в тренировку. Для многих игроков становится проблемой маршрут полета самолета. Его можно отключить и включить на свое усмотрение комбинацией клавиши Shift Del. При однократном нажатии пропадает маршрут. Если нажимаем снова, появляется. На мой взгляд, этими клавишами удобнее пользоваться, нежели чертить линию. Хотя встречаются игроки, которые ее еще чертят. Если у вас внезапно пропал звук в игре, не спешите выходить из катки, перезагружать компьютер. Скорее всего, вы нажали комбинацию клавиш Ctrl плюс M. Если это сделать, тогда звук игры пропадет. Чтобы слышать его вновь, нужно будет снова нажать эту комбинацию клавиш. Если произошла ситуация, в которой вас убили, а тиммейт еще играет, но кинуть жалобу желания у вас не проходит, можно будет нажать кнопку R. Откроется меню подачи жалоб. Там вы и сможете выбрать соответствующие пункты. Готов выложить третью часть в случае, если мы наберем 100 лайков под этим видео. На этом видео будет заканчиваться, а я с вами буду прощаться. С вас, как всегда, лайк, подписка, комментарий. Всего вам доброго, друзья. До свидания.